мужчина приглашает девушку, куда бы он бы ее пригласил бы на первое свидание? Не знаю, в кафе, наверное. В кафе? В ресторан, в кафе, в прогульке где-нибудь. Раньше приглашали в кино, на пляж, а сейчас в постель. Первое свидание у всех банальщина. Это кино, рестораны, парк. Неинтересно. Мой мужчина делает все правильно. Он меня водит сюда. И сейчас я вам все покажу. Тут своя атмосфера. Перед вами красный зал. Здесь все происходит самое чудесное, все самое теплое и романтичное. Сейчас вы сами все увидите, только... Большой зал, и здесь крики, вопли. Просто девочки поют караоке. Глеб, дай поиграем.